Исполняющий обязанности главы городского округа Люберцы Владимир Волков, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий посетили Томилинский электронный завод. Научно-производственное предприятие основано в 2003 году, но история его становления началась намного раньше, еще во времена Советского Союза. Подробности далее. Разработка и производство выпрямительных и СВЧ-диодов различной мощности, интегральных микросхем и модулей. Томилинский электронный завод – одно из ведущих динамично развивающихся предприятий в своей отрасли. Оно продолжает деятельность Томилинского завода полупроводниковых приборов, который был учрежден в октябре 1946 года. За более чем 70-летнюю историю предприятие прошло весь путь развития отечественной электроники. Любое предприятие, расположенное на территории нашего округа, это помимо рабочих мест, это, конечно же, налоги, это развитие, это бюджет нашего округа. И мы всячески и оказывали, и будем оказывать содействие любым новым предприятиям. Но тем более те, которые работают уже многие десятилетия, будем оказывать те меры поддержки, ту помощь, которая от нас необходима. Численность сотрудников Томилинского электронного завода превышает 350 человек. Научно-производственное предприятие находится в постоянном развитии. В частности, закупается новое оборудование и модернизируется техника. Продукция, выпускаемая на этой производственной площадке, соответствует международному уровню. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.